Традиционно основными работодателями становятся сочинские санатории. Им требуются рабочие садового хозяйства, уборщики. Возьмут юных помощников и в бюджетные учреждения. Зарплата не ниже прожиточного минимума, а это 11 163 рубля. Но зато белая с полным оформлением и записью в трудовой книжке. К тому же по закону работать подростки от 14 до 18 лет могут только полдня. Вторую половину можно спокойно потратить на отдых и море. На сегодня заключено 109 договоров с предприятиями и организациями на трудоустройство 680 подростков. Это и школы, и больницы, поликлиники, санатории, отрасли ЖКХ. Абсолютно разное направление. Школьников берут помощниками культорганизаторов, помощниками подсобных рабочих. И очень много вакансий представлено, уборщиков зеленого хозяйства, уборщиков территорий. Поэтому все желающие могут сегодня обратиться, посмотреть. Кто сегодня не успел, точно так же в Центр занятости населения города Сочи во все районы могут прийти. В целом этим летом через Центр занятости планируется трудоустроить 1800 детей.